В конце марта Муромцевский район гостеприимно встретил участников межрегиональных соревнований по биатлону. На призы олимпийского чемпиона Владимира Барнашова претендовали спортсмены из Омской, Новосибирской областей и Забайкальского края. В районном доме культуры 29 марта состоялось красочное торжественное открытие. Среди почетных гостей праздника был президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Участники соревнований стали свидетелями исторического события – подписания соглашения о сотрудничестве между СБР и Минспортом Омской области. Это соглашение – это, конечно, поддержка спортсменов высокого уровня, обеспечение соревнований, обеспечение различных инфраструктурных моментов, которые связаны с организацией и проведением и спортивных мероприятий, и соревнований, и организации тренировочного процесса. Самое главное, чтобы вот как раз такие комплексы, которые есть, они небольшие, они в маленьких городах, они в маленьких городских поселениях, они дадут большой резерв для сборной команды, потому что здесь можно делать, особенно имея такой хороший учебный центр, который строится сейчас, новая школа у вас, можно даже поставить, например, там школу-интернат или для спортивно одаренных детей, неважно, это лыжные гонки, биатлон или гимнастика. Может быть, это будет называться немножко по-другому, мы прорабатываем сейчас такой механизм в Государственной Думе, чтобы создать эти классы усиленного обучения, например, там биатлон. Есть школа, есть центр рядом, есть возможность где проживать, поэтому для таких вот как раз отдаленных, я считаю, все-таки отдаленных населенных пунктов, это будет просто, наверное, ну, такой поиск талантов. Борьба за медали межрегионального турнира развернулась на базе в селе Петропавловка, лучшем биатлонном комплексе области. Итак, дан старт. О, спорт, ты мир, звучит на всей планете. О, спорт, ты жизнь, поет нам вольный ветер. Спорт – сила духа, совершенство тела. Спорт без границ, и нет ему предела. У девушек в масс-старте не было равных Алине Худорожковой, быстрее всех преодолевшей 4 километра. Среди спортсменок 2002-2003 годов рождения удача улыбнулась Анастасии Киреевой из Новосибирска, а в группе девушек 2000-2001 первенствовала Виктория Коновалова из Забайкальского края. Сегодня за счет чего вы сильнее, как вы думаете? Из-за стрельбы. Стреляла лучше, чем другие девочки, а ходом много проиграла, кажется. Вы на этих соревнованиях впервые или нет? Да, мы первый раз сюда приехали. Как впечатление? Нравится. Боролись, всем было тяжело, все в одинаковых условиях. Приехало гостей много известных, рейтинговые соревнования, поэтому здесь уровень очень высокий. У старших юношей в этот день победил амич Алексей Зубков, оставивший позади двух соперников из Новосибирска на 10-километровой дистанции. Сегодня сложилось все очень хорошо, лыжи работали гораздо лучше, чем вчера. Ну и со старта как бы по выкату я сразу уехал от спортсменов и понял, что надо убегать. На первом рубеже не справился, ну как относительно не справился. На втором допустил те же ошибки, а вот на третьем отработал хорошо и уже это... И уже прям преимущество было большое. На четвертом рубеже уже мысли просто были, что я уже выиграл. Еще один амич Егор Яценко взял золото на дистанции 7,5 километров. Я уже в прошлом году выступал, занял третье место. В этом году сложилось так, что получилось 2 первых места. Есть рост, да? Есть рост, прогресс. В этом году мы постарались, так сказать, организовать максимально и спортсменов, и тренеров, значит, и зрителей, и чтобы это получился праздником. Не просто соревнование, а просто получился праздник. Поэтому я думаю, что, конечно, не нам судить, пускай судят зрители, вот, но я думаю, что нам все-таки удалось это сделать. И сегодня спортсмены, которые здесь участвуют, они, в общем-то, всем довольны. И как здесь проживание, размещение, питание, значит, и сами трассы, и соревнования проводятся. Ну, замечаний пока у нас никаких нет.
уже завершающий старт и в этом сезоне спортивном. Снега уже практически нигде нет, поэтому это тоже такая наша определенная гордость, что у нас в Муромском районе на севере области еще лежит снег и можно провести соревнования. А весь апрель, по сути, можно такой делать закаточный период, и лыжники и биатлонисты постоянно это используют, когда можно спокойно, ровно откатиться, такое есть выражение в лыжных гонках, спокойно выйти из сезона. Достаточно много спортсменов в разные годы побывали на Муромской земле и затем стали известными спортсменами. Это, конечно, в определенной степени наша гордость, потому что вот эту соревновательную практику, которую спортсмены получали здесь, она в будущем выросла в то, что они стали мастерами.